Siamo a 52. Здравия всем, вы на канале Марка и Елены Дерегетти. Не знаю, как будет слышно, мы в Кремоне. Так как вот эта площадь называется Страдивари, ну и, по-видимому, это Страдивари. Ага, да. 1644 год, 1737. Сейчас я вам приближу, чтобы вы увидели, что это Страдивари. Окей. Вот его все здесь инструменты. Так, наверное, знаете что? Я возьму микрофон в руку, чтобы меня было хоть как-нибудь лучше слышно. Давайте еще посмотрим, какие тут сладости продают. Очень много людей с собаками гуляет и с детьми. Ну и мы давайте прогуляемся. Ой, сколько пчел! Можно подходить, вот так пробовать. Но там уже, видите, сколько любителей попробовать сладость. Так, мы с Марко разделились. Я пошла сперва по сладостям, а потом мы посмотрим с вами архитектуру. Вот они какие сладости итальянские. Più ne spendi, più regali ne do. Signori, 2, 4, 6, 8, 10 e 2, 12. Il regalo è la Puglia. Ой, какая, друзья, вкуснятина. Вот они, пчелы тут. Пчелы, осы. Всевозможные орехи с карамелью, с фруктами. И у всех свое название. С какого региона они приехали? Это сушеные фрукты с шоколадом. Ой, как колбаса шоколадная. Made in Italy. Ой, как все вкусно. Знаете, какой запах стоит? Стоит запах орехами, ванилью
и шоколадом. Вот такой стоит запах. За 1 3 евро. Если 4 берете, 10 евро платите. А вот это, друзья, сладкая горчица с фруктами. Вкуснятина какая. Вот она, обувь итальянская, и сумки итальянские, и кошельки, и инструменты шоколадные. И подковы, и молотки, и гвозди, и плоскогубцы, и краны. И отвертки, и курительная трубка, и замки, и ключи, и кофе сварить, и погладить. Все из шоколада, друзья. А пчелы, даже ложки, вот видите, ложка из шоколада, и черный, и белый, и молочный, и орешки в шоколаде, и шоколад с орешками, все, что хотите. А здесь мармелад. Все в баночках. И крем из орехов. И вот такие вот пирожные. Печенье. Бруски шоколада черного. Карамель. Клубника. С шоколадным, горячий шоколад и клубника, и сливки. Кремона нас удивила своим кремом шоколадным, да? И карамелью, и сухими фруктами, и тортами. Вот так вот, друзья. Попали мы на сладкий праздник. Посмотрели мы с вами эти сладости. На том мы с вами и закончим такое вот интересное. Вот смотрите, конфеты, которые можно сложить в коробочку, либо в пакетик. Разные, с разным вкусом разных фруктов, и белый шоколад, и с орехами, и все, что хотите. Так, а я в этой маске, мне так разговаривать, друзья, неудобно. Она у меня, я как только вдыхаю, она у меня заходит в рот. Капец, дожили. Я вчера такая, знаете, что сказала? Я счастлива, что мои родители не дожили до такого времени. Это тоже есть позитив, да? И дальше вот продолжается это все. Мы с Марко договорились встретиться в 5 часов. А время сейчас 2:30. Вот
Вижу часы здесь. Если они правильно ходят. Серый на сером вообще плохо заметно. На камеру не знаю как, но вот как-то. А здесь продают каштаны жареные. Так хорошо пахнет каштанами жареными вместе со всеми сладостями. Вот такая будет сладкая зарисовка. И стоят везде вот эти, что можно проспиртоваться, да? Кому надо. Даже руки просто от сладкого, если пробовал что-то. Чтобы не облизывать, подошли, почистили. Да, вот есть вот люди, у них все упаковано, но неинтересно. Вот нравится, когда нарезают вот из блока. И вот тогда вкусненько. Вот она вот несет собачку такую ухоженную. Так, ну все, друзья. Мы с вами были в Кремоне. На такой кремовой зарисовке вкусняшек сладких. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.